из Минска, из Бегомля. Дежурная по городу начинает свой тур по городам Беларуси. И сегодня, 1 июня, поговорим с жителями Бегомля о детстве. Ой, детство – это нельзя забыть, незабываемое чувство. Детство – это помнится надолго. Мне нравится смотреть мультики. Какие твои любимые мультики? Смешарики. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кем ты вот хочешь стать, когда вырастешь? Доктором. Я хочу лечить людей, чтобы они были здоровыми. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? А чем вы любили в детстве заниматься? На велике кататься? Это беззаботность, это счастье, наверное. Родители молодые. Я люблю заниматься спортом. Спортом? Каким это спортом? Ну, бегом. Вокруг двора. Ну что, давай, на старт. Внимание. Марш. Ого! Возвращайся обратно. Все. Ты сейчас в детстве, ты считаешь? Нет. А что у тебя сейчас? Много занятий. То есть у тебя уже не детство? Военные годы были. Самый страшный. А сейчас радость. На финишной прямой. Ничего себе ты бегунья. Давай пять, давай. Умница. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. А сколько ему? Он в детстве? Ему уже где-то 11 лет. 11 лет, ну не совсем уже детство. Чего ты плачешь? Это? Детство вспомнил. Хотелось бы вернуться туда, но... Могли бы сейчас с вами в классике каким-нибудь поиграть. Ну да. Давайте поиграем. Несите мелки. Взмывая выше ели. Чем любили заниматься в детстве? Футбол играть? А покажите нам мастер-класс, у нас есть мяч. Пробуем. Опа. Это вы так в детстве научились? Да. Нужен гол. Отлично. Еще. А что такое для тебя детство? Веселье. Деспасито. Ла-л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 и-то. Опа! Ну, я почти тоже так умею. Это самое лучшее, наверное, все, что есть. Это детство. 1-0! На этом моя смена окончена. Берегите в себе ребенка. И до встречи на улицах вашего города!